Осматривающий. Саша, давай остановимся на этом. Саша, тебе ничего не сними, ты делаешь крутая. Файл заблокирован. В конкурсе «Нашествие. Большая год в истории» выйти в нашествие каждую зиму мой друг Костя Богданов не просто выходит из воды, он выходит из-под льда. Вот я ему и говорю: Костя, слушай, наше радио, и такой флешмоб, и я, если повезет, выйду с тобой. Я не знаю, что имел в виду Андрей Татариков, выйдет он из-под льда и из-под воды тоже, но на нашествие вы выходите. Ну, а мы буквально через 10 минут в прямом эфире на инстаграме нашего радио вы можете стать свидетелями розыгрыша второй путевки в финал и нашей акции «Наша копейка». Итак, Новый год уже скоро. Пора подумать о подарках семье, друзьям, ну, конечно, себе любимым. Таким вот таком подарке, что не повесится даже под ёлку. Таком, что можно выиграть только на нашем радио. Это не просто автомобиль, это настоящая легенда. «Красная копейка» ВАЗ-2101. Абсолютно оригинал, как мы это снаружи, мы с Гарри в ней сидели. Хочешь такую, приходи в автомузей на 2 октября, расположенный по адресу Москва, Самокатная улица, 4, строение 34, у вас осталось ровно неделя. В следующую пятницу будет уже финал. Вот, сделали фотографию с нашей копейкой, выложили в инстаграм с хэштегами «Наше радио», «Мотор Актива», «Наша копейка», это обязательно правило. Профиль должен быть открытым, следи за эфиром нашего радио. Привет. Как зайти в видео «Дорог России»? Я не знаю, у меня постоянно там открыто. Ну вот я не могу зайти. Ты там последний раз клим. Я не знаю, может менял, что, может что. Я не могу зайти. Ты же вчера разместил видео. Это с другого телефона было. Я вести буду с другого телефона. У меня нет ни логина, ни пароля сейчас. Я не знаю, как, какой там логин, пароль. Надо сейчас посмотрю, этот скриншот Thank you.
что? Положение определено. Эй, ну чё? Где тебя смотреть? Ютуб. Ну чё, в Ютубе, я в Ютубе. Я вот сейчас, так, всё закреплено. Слушай, ну я сейчас буду отключать этот WhatsApp, потому что мне нужен навигатор из города выбраться. А далеко едешь? В смысле далеко? Из города выезжаешь. Я не знаю. Ладно, отключай, блин. Так. Давай, строй маршрут. 16-й дом. Там, так, мне направо. Все, начинаем эфир. Так, друзья, всем привет. Начинаем свой путь из города Тула в город Москва. Расстояние не очень далекое, не очень дальнее, но посмотрим, что получится снять, как связь будет. Получил автомобиль с утра, настроился и поехали. Двигаемся пока по Туле, смотрим дороги, пейзаж. Через 300 метров верните налево. Ехать нам 2 часа 40 минут, 183 км. Впереди опасный перекресток, ограничение 10. Привет, Рус. Время 3 километра. Да, это Тула, снега, снега, как видите, нет. Что-то там мелкое падает, конечно, с неба, но это, скорее всего, не снег. Честно, я не знаю, в каком районе Тулы я нахожусь. Я с вокзала на такси добрался до места стоянки, забрал автомобиль и сразу, ну, настроился и сразу стартанул в Москву. Поэтому не смотрел я, где я нахожусь.
До Тулы добрался быстро. 2 часа 10 минут. Ограничение 40. С Курского вокзала на поезде «Ласточка». Так, Руслан, сразу предупрежу, у меня комментарии всплывают, а потом исчезают, поэтому я могу не успеть прочитать, так как слежу за дорогой. Вот, если я не отвечаю, то комментарий, наверное, нужно продублировать. Вот, через прибытие в Москву в 13:00 показывает. Обгон запрещен, ограничение 40. 2 часа 33 минуты. Но сейчас в Москве еще пробки есть. Поэтому пока мы доедем, к обеду они рассосутся. И поэтому, может быть, еще меньше времени займет. Как картинка вообще, скажите? Как видно? Подвисает, не подвисает? Хорошо работает? Все ли видно? Так, я вот сейчас обратил внимание, у меня справа в углу какой-то треугольничек, я не знаю, это что-то либо камера что-то захватывает, либо это такая, ну, какая-то фишка Ютуба. Картинка хорошая. Каким регистратором пользуетесь? Ну, регистратор установлен Datacam. А стрим я веду с телефона, с айфона. Зашел в YouTube, включил прямой эфир, ну и все, и поехал. Вот слева указатель Тула. Я не знаю, въезжаем мы в Тулу или как-то через центр. Впереди мобильный пост ДПС. А, нет. Все, сейчас в этом посмотрел, в навигаторе. Центр Тулы у нас остался позади. Въезжаем в Плеханово. Впереди ЖД переезд. Ограничение 10. Так, объем карты памяти. Что-то у меня отсюда повел, перестроил маршрут. Объем карты памяти. Я не помню, честно говоря. Но большие, там что-то по 128 гигов. Две карты, каждая по 128. Зачем он меня отсюда повел? Поверните налево. Через 100 метров поверните налево. Ну ладно, заодно посмотрим. Блин, вот там была дорога как дорога. Нет, надо было на какую-то сельскую вывести. Заодно посмотрим домики Тулы. Здесь разрешенная. Ага. Я бы не рискнул здесь 60 ехать.
он меня завел, этот навигатор. Вот, собственно, и первый косячок. Что случилось? Большой косячок произошел. Слетел телефон. Продолжаем. Я вот не пойму, трансляция прерывается или что происходит? Через 200 метров поверните направо. Поверните направо. Через 200 метров поверните направо.
Так, что там с изображением, я не понял. Так, как сейчас с картинкой? Нормально? Или тоже размытая? Я так понимаю, телефон просто, у него это автофокусировка идет. И при включении дворников он начинает на дворники реагировать. Верните направо. А не на картинку. Не на общую. Не знаю, буду, короче, со временем устранять это. Через 200 метров. Верните направо. Эти нюансы. Но в любом случае я еще дублирую запись на видеорегистратор DataCam. И если не получится с. Верните направо. Если не получится съемка с телефона. Через 200 метров. Поверните налево. То выложим потом с видеорегистратора. А с видеорегистратора, наверное, в любом случае продублируем. Верните налево.